Фу ты. Да, я сам с собой тут сижу, разговариваю. Говорю, привет, не кусайся, меня же уже укусили. Панель управления автора и награды. Я уже давно это включил, баллы канала. Но пока я не достигну 50 зрителей, и это самое... Стабильно хотя бы 3 человек на стриме, они не включатся. Бегунок-то я давно уже поправил. Спасибо, что сказала, а то я сижу тут с тобой разговариваю. А получается, я молчал. Вот такое вот, да, вечно, когда нету зрителей. Я-то и запустился не с первого раза. Ну, получается, да, привет. Да, надо, да, да. Никого сотоли опять. Кто он? Ты кто такой? Убежал. Ну, хотя бы 3 человек, да, на стабильность. И 50 человек. Это до 50 не хватает еще 31 человека. Такой массовки я не знаю, где брать. Я... Ладно, я не буду эту шутку шутить, а то мало ли еще что. Получится ли у меня вот с этим листочком наколдовать рисунок? Я что-то не сообразил, что там с этим сайтом. Хорошо. Копировать адрес изображения. Настроить? Ну, попробуем настроить. Введите текст. Первое поле, название, во второе ссылку. Название. Нет, не так. Получится. Введите текст. Еще раз, ладно. Про канала? Ох, ядрить он огромный. Блин, что-то пошло не так. Кажется, надо было еще и знать форматы. Я что-то сделал абсолютно неверно. Блин, тут и половина его не влезает. Жесть. Как-то это подредактировать потом можно? Блин, а он опять не кладется в бумажные.
я слышу еще одну поганку. Кажется, у вас для... Вернее, для вас есть теперь это смысл. Вас может кусать от типу? Задорого? Просто конь. Не бейся, не дерися. Пойду искать шерифа. Кое-что хочу узнать. Это еще чей конь? Роджера? Привет, Маген, что такое? Тайсю это, насоба шерифа. Но он еще не появлялся. Не знаю, кажется, там тишина. Ну, понял, понял. Меня вчера опять змея укусила. Так что дела, так я себе. А его опять подстрелили в ногу. Получается, да, мы два сапога пара. Получается. Но я кое-что вспомнил, вчера было не до этого. Фина интереса на насыли. Мы когда с Фином и вообще с Серифом пытались остановить того ублюдка, которого мы заметили. Я его коня, получается, кажется, убил. Надо, может, его осмотреть. Ой, надо спрашивать уже у шерифа. Я думаю, то, что они этим занимались. Возможно. Вот, а потому и пересол узнать. Так, ну давай гляну. О, там это открыто? Нет. Нет, никого нету. Ну так и я смотрел, вроде в окно нету никого. Кура появится, значит. Ну, все равно дела. Хорошо. Thank you.
Вжух, вжух. И пробуксовочка. Жесть. Здравствуй, Мигин. Привет. Ой-ой. Черт, я забыл фасоль и перец собрать, черт. Привет, Элис. Сколько с Доброе меня? утро. А, за все про все. А, точно. Так, я тебе давала мазь и отвар. Получается 4. А за еду? А. Да, еда не нужна. Я же только хлеб дала и воду. Доброе утро. Доброе. А у вас уже клиент. Черт, а у меня всего вот сейчас только. Потом тогда отдам. И я Эми отдал папку с картами, если что. Ну, то, что вы передавали. Я привез, да. А кто уже клиент? Хорошо, ладно. Кого-то уже потасетрелили, ранили? Там что-то у нее с рукой не то. Кровоточит сильно. У Эми? Да. Эмы? Да. Ох. Ну, она жаловалась, что вчера ее какой-то мужик в черном подстрелил. А она не послала к доктору? Почему? Она его ее ждет. В эти разы она еще могла. Она сходила, она сегодня переработала. А, понял. То ли мешок, мешок, это картошки мешок, то ли таскала, то ли перекопала, я так и не понял. Я плохо. Пойду кое-что то сделаю, пока с голодом мне не стало плохо. А, черт, куры, идите сюда, куры. Я без денег. Потому что все дедушки, бабушки, все больные. Никого нету. Все одной самой. И в помощь некого было позвать с утра. А я же их наметал, как обычно. Металл не дешевый. Особенно сталь. Руду там у них не купить, чтобы переплавить в нужные металлы, поэтому пришлось, пока завалило, и оно не работало, вот так вот. Я, конечно, мог бы съездить в Тамбовгит и попробовать продать все, что у меня уже наклепано. Но лучше отдавать полный заказ. Ну а что, да, бумажки на металл. Ему больше ничего не надо. А на что их еще тратить? У него все есть, все вон на спине. Его верный меч. И нож, и все. Лук и так. Побочка. Ну, на металлолом. А что не так?
Чужий сранец. Что не так, я прочитал. Я понимаю, что ты шуткуешь, но... Что не так-то? Он понимает, как понимает. Деньги на металлолом, да. Я еще Роджеру должен несколько центов. Мне там 38 дал, я не знаю, монетки сколько будет, столько ему отсыплю. Это пузырек, блин, да как так, я его упустил прямо возле себя. Ну все, уже и хромать не надо, он хромает всегда. Ладно, потом. Хоса, эти куры ненасытные. Кстати, а чё у нас в салуне жареных кур не подают? Только буклауды уже к этому времени проснулись, чтобы покормить.
Давай не кусайся. Хорошо, смотри. Кино. Без чата. Все корму возьмем. Чуть-чуть. Тоже я должен она поесть. Надо бежать уже кушать, а то упаду с голоду. Кусана ли кусают куры? А так себе. Лучше обычную еду. Thank you.
паника. Я бы сейчас он упадет. С голоду. Да и было их куда больше, чем четверо. Ну, думаете, что в призраках всего 4 человека? А ты думаешь, что призраки будут ходить без масок? Здорово, здорово. Привет. А калаутов и нету? Думаю, что во время бури им особо бояться нечего. Слушай, Сарифа, мы вчера коня ему подстрелили, обысакали коня? Что сделали? Коня подсатарили. Может, это в сумках чего было? Ну, надо было сразу смотреть. Я вчера был укусанный, я не смог тебе сказать. Ты убежал за Фином, Фин вернулся. Я одного коня отвел. Да, вернулся. Я одного коня отвел, ну, вернее, попросил отвезти в конюшню. Но я его осматривал, там ничего интересного. Но мы последнего, который там нам надоедал. По горам сатался, стрелял. Вот ему подстрелили коня, и он песоком потом побежал. И сокрылся. Я помню, ну что, где я кон. Я теперь не знаю, мы не найдем того я коня. Я могу найти коня. Он загниет там. Ну, если хочешь, можешь найти. Только я сначала бы поел. А то я сейчас упаду. Беги, 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 беги. Соколад. Дай мне соколад. Эх. А что еще? Чем бы еще подкормиться? Хлебушкой. Ну хотя бы. А ты лейтенант? Ой-ой, кого я тут не вижу? Надеюсь, только лошадь. Не знаю, ни меток не нашли, ни записок.
каких-нибудь более-менее адекватных. Уже все, я более-менее готов пойти. А я не, я не пойду, у меня нога прострелена, если что. Пусть отец со мной сойдет. Я понимаю, что с тобой сейчас отдыхать только. Я не тебе предлагаю. Ты будешь все контролировать, как и контролировал до. Ладно. Пойдешь? Пошли. Это недалеко. Ты можешь коня взять, если хочешь, конечно. Проси доберемся туда и проси оттуда. Ну, давай так. Все так говорит Сериф? Говорит, что, возможно, Вольф может остановить поезд. Может, кого? На лошадь сядешь? А, ну хорошо, но я просто-то не знаю, как тобой тогда руководить, чтобы показывать. Нам сейчас и налево, через рельсы. Что произошло вообще? Налево сейчас, а не по дороге. Вчера какое-то нападение. Это я понял. Вот, тетка, вот, продолжай вот так и держать путь, он где-то там и упал. Что, ты покромсал этих ублюдков? Нет, они все и задали, нападали. Буря была, покромсал я сели только Финн. А я всего лишь усыпил коня вот тут подстрелить. Осторожно, кактусы! Сатаять, вот здесь должен гонить конь. Стрелил коня, а... может быть, тут будут следы человека, который на этом коне был. Мы бы прошли по ним. Ох, ну следы-то нас обвели и путали. Мы за ним и все гнались, пока меня змея не укусила. Это бессмысленно. Если мы за ним вчера не угнались, просто посмотреть, что на коня саталось. Ну, лошадь у нас сейчас благо есть. Попробуем еще раз пойти по следам. На лошади нам бояться змею не придется. Ну и вонь, конечно, она от него. Ну и вонь, конечно, она от него. А я и будь здоров. Ну, хотя бы пусть отпишут. Я хотя бы успокоюсь. А приблизительно он куда направился? Вот куда ты смотришь, я туда и направился на холмы, а потом влево собежал. Что найдут, что? Глупо как-то звучит. А что мы можем в принципе найти?
Блин, так нельзя, это вопрос. Ну что там? Черт. Ну, в общем, ничего, хлам какой-то. Может, на коне попробуем еще раз поехать? Посоли, посмотрим. Но следов вряд ли осталось. Может быть, его что-нибудь в этой пустыне называется укусило? Сейчас она направо. На холм. Прямо сейчас? На холм. Да, да. Это лево. Секунду, у меня поплохело. У меня поплохило. Я просто решил проверить. Подожди, сейчас я... Черт! Опять ошибка? Чё-то с редемом не так. Три ошибки за сегодня уже. Не то. Ну, не так медленно, как обычно, грузится. Ну, я понимаю, да, скорее всего, мог интернет. С ним я еще не знал, не знаю, как побороться. Все еще? Чего? Но музыка пропала, потому что уже началась игра. Сото? Ничего тут и не насолся? Да нет. Много ли я найду? Я же не следопыт. И я не следопыт. Ну ты же... Так, я видел дальше? Просто вчера. Вот и на высокий холм, да, туда. Может, это есть какие-нибудь старые брошенные фермы?
Полуй, а куда человек? Может бы, не знаю, мне казалось, а, он побежал к каньону и там пропал. Там солнце на окно. Он ничего мне не сказал. Надо было лучше, конечно, его расспросить. Вот отсюда он побежал влево. Влево? Влево, да. Влево. И там как раз и будет каньон. Вон там, где сейчас человек на лошади идет. Вот сюда, да, вот туда. По-прежнему еще растянуто все. Блин, блин, Бекин отвалился. Кажется, у нас с ним интернет конфликтует. Ладно, ладно, шучу. Не может такого быть. Да, какие мы бибы. Вот мне кажется, хотя я не знаю, кем нас назвали. Точно не так. Какие тут классные камушки. Сидеть на коне прям. Да ну с чего вдруг он убежит? С конем я похож на монгольца какого-то. В степях сижу с конем тут. Лук, стрелы, меч. Эй, монголец. Да ну что за кадр такой? Одного только коня и видно.
Да в Монголии кактусов нету, я вспомнил, понял. Или есть? Мне кажется, там более такие сухие степи, как и возле Блэквотера. Без кактусов. Эх. Да ну ё-моё. Надеюсь, у него хотя бы свет не выключили. Но он пока ничего такого не писал. Нет, я думаю, ты не путаешь. Миллиарда. О, сейчас, секунду. Ну что ты написал? Thank you.
Возможно. Ладно, я перестал. Он пока только уточнил, где я, а я приблизительно там же. А его я не вижу. Это слово совсем. А вряд ли он куда-то вон аж туда улетел. Вармадила. Если бы да, я думаю, он бы мне отписал чего-нибудь. Ети! Это чё? Просто птица с нифига такая. Я у него спрошу, он еще не появился. Эй. Он, наверное, настолько часто моется, насколько мало кто в этом Армадилла. Каждый раз, когда в Тамблвит ездим. С мылом. Понятно? На голову она мне не нужна, на голове. Где-то говорит на горе, действительно, если предкажешь ты права, у него что-то не отображается. Я вот подумал, максимум, ну вот, может, он ее пристрелил. В общем, решение нашей проблемы придет в городе. Берем Бекина и с Бекином едем назад. Ну, Сото, отдохну, садись, поехали обратно.
А говорил же, я ничего не найдем интересного. Но он сказал мне, езжай в город и обыграем это. Хреново будет, если он сейчас без коня там заспавнится. О, мой меч. Каютики. К конюшне его поведу, конечно. Что ему там где-то делать? Почты? Да что нам у почты? Ну, когда-нибудь встретимся. Город маленький. Я, если что, не сам еду, у меня везет он. В стойло? В смысле? Я могу поставить чужого коня в стойло? Он прям чужой-чужой. Блин, ну... Ты как-нибудь с... А, вот сюда? Вот в это стоило? Или... Нет? Ну, которая возле моей кузни? Ой. Я не понимаю, как чужих коней ставить. Я так и не делал никогда. Но я привяжу хотя бы его вот сюда. А я не знаю, где он стоит. Ну, туда не привязать же, он у вас просто спавнится вот на этой точечке. Так, нет, в менюшечку. Хорошо. В менюшечку. Е. Эй, как? Так, все, я задаюсь. Отстаю. Вяжу его тут, и он не вяжется. Короче, где был, там пусть останется. Когда-нибудь обязательно все придет в норму. И интернет, и чат вместе с интернетом. Пособираю еду для чипу. Сатаять. Куда? 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 Не понял, куда она улетела? Под ногами. И это улетело, да?
Да. Доллар отдать Элис, 56 центов отдать Роджеру. Есть опять нету. Но поесть. Я слышу, но не вижу мышь. Куда? А. Да, я... Я так и думал, ты тут. Куда? Где? Интересно, где ночуют Чипо? В канаве? В гробах? Сарифа не видели? Не хотите? Конечно, она. А? А тут это, у вас это понятно, да. Сейчас два. Священник, да. А, ну, я думаю, она подозойдет. Или как? Кто подождет? Священник. Почему она? Я не говорил, она, я сказал, он упада зайдет. А. Тут сейчас... Ага. Вау. Да что ж такое-то сегодня? Давай ты не будешь реконнектиться, я знаю, у тебя это не получится. Боги, что это там было? Что-то мне жарко. Закрою-ка я окошко, включу кондюк.
напишу конверт. Блин, твои пироги. Тебя 90 центов. Ну, бумажку. Аппетит. А кофе, кофе мозана? Тебе подогреть тоже? Подогореть. Ой, так, Солоза. Надо, да, заполни конверт. Хорошо. А, хорошо. Это сколько монетков и все нужно? 50. А в осе 100 есть. А это 10 монетков, это тоже мои? Или сато? Это твои, и вот еще твои. Хорошо, понял. Где шериф, помощник? Не знаю, хотел... Ну, вроде как. Шерифа говорил, что Фина насали вчера, когда меня за змеюка укусила. Я змея укусила вчера? Да, а ты думаешь, почему мне так сегодня не очень выгляжу? Обычно я за... получше. Школа, это всегда веселый, бодрый. Ну, когда хорошо, когда не кусают твои змеи, да, конечно, но. А как иначе? Что мне грустить? А Вейн, научи меня писать стихи. Ты научился рифме? Нет. Ларнет. Так вот должен. А можно что-нибудь с цифрами от 1 до 8? Что-нибудь про любовь? С той? Давай сыграем в любовь? Что-то такое? Игра не простая, но должно получиться. 8 это уже бесконечность. Что-то такое, можно? Как-то это солозыть в удобное сето-то. Раз, два, три, мы играем в любви. Нет, да, восемь. Восемь, я заговорю, восемь это уже бесконечность. Первая причина это... Ген, это бесконечность, если перевести. Восемь причин вот. Нехорошо, не нравится. Первое. Я люблю тебя. Второе. Ты нужна мне. Третье. Слушай, какая-то тухлятина. Вдохновения нет. Извини. Понимаю. У вас есть... Я чувствую сегодня. Да. У вас есть вот женщина, вот бог в Японии, которая вот дает вдохновение? Я не знаю, я жил без богов. В смысле? На Окинаве только преступники. Меня там родили, и я рос как мог. Без родителей. Не знаю, у меня только ассоциации. Вот ты сказал Окинава, и я вспомнил, как меня окунали в туалет. Звучит не очень. И как это вы вылез и потом из этой ямы? Как сказать, оперся руками и ногами об стенки. И вот так вот забрался.
паук. А, слушай, нехорошо тебе залось. Дети жестокие были. Обычно я таким детям розы бил. В кровь. Пока не это. Без сознания не упадут. Я бил, но их 15, пока одному, второму разобьешь, и тебя остальные схватят. А может, надо обязать? Так этически это затупить. Мужчины не убегают. Так и никто не убегает. Я понимаю, я сато дурак, сато ли я зато за не убегал никогда. Пока всех 15 я не улазу. Вот, а у меня сил не хватало на 15. Только на 4. Потому что еще еду отбирали. Вот, и я мало кушал. Плохо. Но мне за еду приходилось драться. Либо с деревьев искать что-то съедобное. Хорошо, что там хотя бы довольно тепло. Я на минутку перезадумаюсь. Если что, я, в общем, наверное, слышу. В общем? Ну, проверим. В приватном. А я проверил, ты ничего не говорил. Говорил. Просто ты не слышал. Да ну, и со то. Ну, можно себя повторить. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И травинка, и лесок. В поле каждый колосок. Текила, пиво разливное. Это все мое родное. А ну такое точно ты не говорил. Это не укладывается в эту минуту, ту, которую я задумался. Вот не успел. Ложился. Дин, ты, мне кажется, по натуре охотник. Скорее убийца. Я объясню почему. Потому что ты меня все время хочешь поймать. Да, в общем-то, нет. Если сэто извини. Да ладно. То-то очень какой-то денёчек такой, что 7 голову 500. 100 вот с весеннику, 100 вот мы с Пекином ходили, осматривали коня, которого вчера подстерелили. В общем, ему тоже немножко перегрело голову.
Денек классный. Никто не нападает. Леса бы спать завалиться. А Сатоми сайт? Работа. Лишь надо зарабатывать. Кстати, тебе дать кирку-то? А, ну, было бы неплохо, но мне бы тогда и все это туда перевесить. Сейчас она мне будет почти без надобности. У тебя нету этого, какого-то этого? Ну. Схрона? Да. А, ну, только в это... Ёпти. К себе, в... как это? Тёрт кузня. Во. А, привет. Ну, Сато. Здравствуйте. Здрасте. Перепекло, понимаю. Угу. Я сам отрю сегодня в 7500 сегодня. Вот. Угу. Вот какая-то странная галлюцинация, словно я бегу по пустыне. Ищу своего коня, ищу, все никак найти не могу. Тут туда прибегу, тут а сюда. На самом деле ты за меня привез сюда, к конюшне. И он там, у конюшни. Да, я видел. Переставил. Какой-то печальный. Mm? Печальный какой-то. Я? Ну, yeah. А то не печально, когда припечет и такое вот, кажется, соловно. Без иса по пустыне, без коня. Ну. Ну. Представьте, бежишь, ни живности, ничего, ни людей. Только кактусы, кустарники, даже птиц нет. Здорово. А кстати, мы пока там были, одна птица упала возле коня, не знаю, от всего прям просто как камень. Такая слеп и все. Может, какое-то предзнаменование? От всего, например. Не знаю, каких-то событий. А ну понятно. Моя это. Угу. Давай тогда я вот несу отправлю. Туда-сюда, да, надо будет скоро где-то пройти. Тогда поедем, письма развезем и пойдем отдыхать, хорошо, после этого. Хорошо. Печально слышать, что вы сегодня это короткий рабочий день. А Сэмми не будет? Сэто бы подавать ее пироги. Привет. А, привет. Там, там... наверное, будет, да, вечер. Он же есть. Я положил 2 доллара. А это тогда что, в кассе? Ты из кассы вытащил или... А подожди, я не могу разобрать оба вас их голоса одновременно. Может, из кассы забрал. Вот сейчас скажи, что ты хотел сказать. Говорю... Пока мы катались, то ты что-то нашел? Нет, совсем ничего. Иного. Ну, я говорю, если бы Сатота и находить, то вчера. А вчера она вся тигла неудача. А в вот, виде подовой заменюки. Сато? Говорю, может там было съездить, поспрашивать там? Не знаю, мне кажется, ну... Как хочешь. Тогда можно попросить его и на кирку. Зачем мне кирка? Мне нужна руда. Там был виден? Ага. Там за это? Сахты? Ага. Ну да. Это чувство себя не очень хорошо. А голодный, Сэто ли? Да нет, нет. Не особо. Просто, в принципе, состояние что-то не очень.
Голова трясет по швам. Кажется, понимаю. Бывает такое. Бывает. Угу. Как-то я посещал Black Water, у меня вот там тоже было не очень. Не знаю почему. Но словно когда рассвет, у меня это голова болела. Страшное дело. Не очень приятная, да. Чувствую, я сегодня особо людей... Небольшой церкви? Ты слышишь какой-то шум на улице? Извини. Что там происходит опять? Хрен знает. Кем? Четверо в масках. У церкви все как вот как надо. Давайте, все, кто может, собираемся и вперед ломать лица. А куда? Мистер Клауд. Там говорят, какие-то четверо придурков возле церкви ошивают. Если можете помочь, то было бы не. Ушли, называется, мы с тобой отдыхать. Мы сейчас ездим к церкви. Я с тобой. Подловить. Можешь. Поехали. Только после этого, Уэйн, давай пойдем отдыхать. У меня коня нету, кто-нибудь подбросите меня. А, бери моего. Если умеешь. Иду не особо. Термина. А, не умеешь? Ветерок, ты умеешь? Что умею? Да все, блин. Конем. Я да, конем я умею управлять. Хорошо. Опасно, мне кажется. Давай, запрыгай. Ну ладно. Там люди стреляют. Блять, ни одного спокойного дня в Армадилла. Ёбаный рот. По этому склону. Мне кажется, надо рассосредоточиться. А вон, что это животные? Или это кони справа? Так и дому бегут миллеров, кажется, животные. Стабун просто. Сато там? Кто там? Ага. Надо, чтобы двое пошли с той стороны, а двое с этой. Запикшили. Никого, ничего не вижу сейчас вообще.
здесь чувалик, чуваликов. Ну, я никого сейчас не вижу. Ни коней, ни людей. Там кто-то шевелится. Так, а дальше кактус. Лабиринт из кактусов. Там бегает. Не знаю. Вообще сказали маленькая церковь. Я думал, это прям возле шерифского офиса. Тут тишь да гладь. И кактусы. Никого, Сатоля? Ну, видимо. А куда остальные уехали? Не вижу. Может, это внутри? Нет, я имею в виду наши. Все я уехали. Об этом уже. Может, они внутри? Что, хочешь зайти внутрь? Не знаю. Если мы туда зайдем, то там может начаться кровавая бойня. Если они там... Не знаю, мне казалось, там было слово маленькое. Небольшой церкви, вот, да, небольшой церкви. А, от большой. Недалеко от большой церкви. На человека в черном. Хрен пойми, это вообще где? На дорожке. А это возле нашей или вообще церкви? Собака! Я что такое сегодня с этим редемом? У всех, у кого слабенький интернет, он разваливается. Или это просто интернет сегодня какашка? Там хоть есть что-то вообще трансляция? То он у меня 0 килобит показывает.